Всем привет и добро пожаловать в канал. Продолжаем играть в Blitz Creek 2, но очереди у нас миссия «Крыса, загнанная в угол». Что ж, давайте посмотрим. Ваша задача — организовать оборону Туламбары, крупнейшей базы снабжения в Нагвадалканале. По данным разведки ВМФ, японцы намереваются атаковать этот город. Наземными силами при поддержке авиации базу необходимо удержать. Если мы потеряем транспорт, мы не сможем продолжать боевые действия. Обеспечьте сохранность транспортных средств. Ну, короче, то же самое, я так понимаю. Либо это конвой. Так, вас сюда. Вас сюда двоих. Вас сюда отправим. Вас двоих сюда. Так, пехоту и арту сюда. Обещали. Эх, мои грузовички. Так, вас сюда поставим двоих. Вас двоих сюда поставим. Так, это у нас... Ты здесь стой. А ты пока езжай сюда. Ой, ты, блин, кирдык ему. Нет, успел. С этой пачкой, которая на меня сагрилась. И все будет нормально. Так, так. Есть. Что ты сделаешь? Объясни мне. Почему ты здесь катаешься? Бахнул-то. Боекомплект, походу. Блин, сразу сюда танки отправить? Думаю, что да. Молодец. Куда ты едешь? Just tell us what to destroy, sir.
our way. Got a job for us? Get moving. You heard him. Right tank unit ready. We're engaged. Блин, здесь этого добили. Ого. Печаль. Так, там с этой стороны, да, что-то идет опасное. А может, не совсем опасно, так. Да ты, бля, как, ну-ка, бесит, ты чудики. Давай, ближе подъедем. О, отсюда откуда-то приехал. Окей, приехал. Блин, у меня ПВО уж нет, да, здесь уже защищать дорогу. Так, ну ждем, когда нам что-то скажут. Ни черта не осталось. Дорога жизни, да? Захватили. Ладно, что-то ускоримся, посмотрим. Что-то ничего не происходит. Ага, вот, пошло. Поехал, сейчас нам передадут права на наши грузовики. Осталось только довести их. Каким-то образом, магическим. Жесть, тут, конечно, много. Чистим. Смотрим, здесь эта деревня не защищается, потому что я ни разу сюда не заходил.
Жаль, побежали. Так, ну что, штурмовики. Авиация противника обнаружена. Тут бомбардировщик сидит, да? Давайте, давайте, езжайте. Фу, задача выполнена, отлично. Ох, замучился я с этой миссией, конечно. Жесть. Ну что ж, ладно, спасибо всем, кто посмотрел этот ролик. Ну и до встречи, всем пока.